второй прилет гостиница «Дружба». Понимание по жертвам пока не нету. И я ушла со спальни в кухню, а потом зазвонил телефон, у меня в спальне он остался, мальчик там звонит, знакомый мне. Дядь Кать, как вы? Все, ага, и все. И вот это пламя, все засыпало, глаза, я упала прямо на пол, в землю, вот это. Мне сильно глаза вот это, так у меня нигде ничего, вот это осколок на шее, вот и все.